Здравствуйте! В эфире медиакомпании 39-й канал. Городские подробности. Программа для тех, кто желает быть в курсе местной жизни. Сегодня вы узнаете в нашей программе о результатах курортного Олимпа, о гостевых домах, о погоде и не только. Отели Анапы завоевали награды курортного Олимпа. Церемония награждения победителей и призеров краевого конкурса прошла в Сочи. В ней приняли участие губернатор региона Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко, мэр Анапы Василий Швец и главы курортных территорий. От Анапы участвовали 28 санаторно-курортных гостиничных и туристских комплексов в 15 номинациях. В Анапе прошла 29-я конференция местного отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает администрация курорта. Ее провел секретарь отделения, вице-мэр Вячеслав Вовк. В работе участвовали депутаты ЗСК, председатель совета, руководитель партийной фракции в местном парламенте Леонид Краснорудский в приветственном слове поздравил делегатов с Днем государственного герба и 22-й годовщиной образования «Единой России». Новым единороссам в торжественной обстановке были вручены партийные билеты. Также состоялся прием в члены партии. Было отмечено, что ряды пополняются неравнодушными людьми с активной жизненной позицией. В Краснодарском крае планируют легализовать гостевые дома. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Он затронет Краснодарский край, Севастополь, Крым. Эксперимент продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Участие будет добровольным. Все гостевые дома внесут в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития. После этого будет выдан уникальный номер. Гостевой дом, чтобы попасть в единый перечень, должен отвечать несколько условиям. Владелец обязан быть зарегистрированным в нем по месту жительства, либо в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом. К Новому году начали украшать Анапу. Городские службы приступили к консервации систем фонтанов и автополива. Началась установка праздничных малых архитектурных форм, дополнительных элементов декоративной подсветки. Ожидаются и новинки в украшении города. Об этом сообщает управление ЖКХ администрации. Сейчас коммунальщики наводят порядок на размытых штормами пляжах и восстанавливают их инфраструктуру. Затем они оборудуют зону отдыха, установят на берегу моря новогодние елки, качели, беседки, светящийся лабиринт, песковик, огромные буквы «Зимой в Анапе» и другие украшения. Анапа вошла в топ мест для короткого отдыха в декабре. Сервис бронирования отелей и квартир определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в декабре. На первом месте 17% бронирования оказался Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем Сочи. Это 13,9% бронирований соответственно. Также в топ-10 вошли Казань, Красная Поляна, Нижний Новгород, Калининград, Ялта и Анапа. Наш курорт уже активно готовится к Новому году. Традиционно с 15 декабря по 15 января на центральном пляже пройдет проект «Зимой в Анапе». Здесь будет организована культурная и спортивная программа, детские активности, киносеансы под открытым небом, мастер-классы и другие бесплатные мероприятия. Как и центральные локации курорта, территорию лаунж-зону украсят новогодними атрибутами и фотозонами. Здесь же появится знаменитая семья песковиков. Избыток осадков в декабре прогнозируют на Кубани, но каких именно не уточняется. Однако синоптики ждут, что в нашем регионе первый месяц зимы будет теплее обычного. Об этом рассказал глава гидрометцентра. Также осадков будет много и в других 25 регионах, в том числе Московской, Ростовской областях, Крыму, Адыгеи. Далее прогноз погоды. В субботу, 2 декабря, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 15. А вот влажность 78%. Ветер подует северо-западный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 8.
Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anaponews.com. Новости, актуальная информация, события и факты – все это на сайте anaponews.com. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения.